Все, давай только быстрее. Это забирай тележку. Ukraine's police recorded its officers evacuating civilians and their pets from the southeastern frontline town of Volodar. In a press statement accompanying the video, which was released on August 9, the police said that heavy Russian shelling delayed the evacuation process and that some shells targeted the evacuation vehicles. The video showed a civilian in an undisclosed location with her cat after a ride with the officers in an armored vehicle out of Volodar. Reuters was able to confirm the location of part of the video as Volodar from the buildings and road designs seen in the video, which matched file and satellite imagery of the area. Reuters was not able to independently confirm the date the video was filmed. Приеду. Так, я назад поворачиваю. Прощай. Что, вернем? Вернусь обязательно. Я пока он Добином приеду, я буду его останавливать. Все тихо, тишина, тишина. Все тихо. Тихо. Вот тут на перекрестке. Я поворачиваю направо. Тут прилет. Аккуратно, он смерч торчит. Где? Ага. Вон смерч объедет его. Стоп, все открыли двери и не выходят. Уезжаем, потому что тут квадрат, сейчас уже обстреливается. 10 прилетов было. Вон, бачи ты. Прилет. Квадрат. Квадрат обстреливается там, где мы находились. И там, бачи. Постину. Так, справа нема. Тихо. Белые ленты повесили. Все, да какие? И вот тот дрон, который летал, то был не наш дрон. То дрон нас дивился. Вот он нас по бачи, он нам начал стрелять. Может и выдохнутый. Да, мы сейчас разгружаемся. Так, вещи разгружаем, правильно? Вы принимаете решение. Разгружаем. Вещи разгружаем. Все, идем разгружаем вещи.